Мои дорогие, привет! Привет, привет, привет! Мы с вами распаковываем сегодня Василек. Мне пришла огромная, большая посылка. Получила я ее в пятницу на работе, и только руки дошли распаковать. Как обычно, все под пломбой. Особо ценный груз. Так, вместе открываем, вместе распаковываем, меряем и делимся впечатлениями. Ой. Это, понимаете, это как говорится, день пью, день стираюсь. Это же надо же, это же прям про меня. Это я столько всего переделала за эти выходные. Просто куролесила, куролесила по полной. Огроменный пакет добра, огроменный. Так. Так, посмотрим внимательно. Помимо этого пакета, видите, как еще запаковано? То есть, будьте уверены, что у вас все придет в целости и невредимости. И никак не пострадает в дороге. Вот этот момент очень важный. Я сама работаю в курьерской компании. Я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди бывают недовольны качеством содержимого пакета, потому что это так или иначе поломалось, протерлось. Это именно в тех случаях даже не вина курьерской компании, а вина отправителя, как он запаковывает груз. Как он запаковывает груз, как он его сдает на пункт выдачи. Вы видите, да? Вот я вам говорю профессиональным взглядом. Вот такой груз не пострадает в результате транспортировки. Никогда. Так, смотрим. Первая вещь. Вторая вещь. Третья. Четвертая. Смотрите, сколько у меня всего добра. Пятая. Шестая. Ого, маечка. Все новенькое. Так, вот накладная. О, подушка. Бля, я срочно приостанавливаю. Срочно приостанавливаю. Представляете, на сайте Василек, помимо всего трикотажа, есть вот такие вот милые, для путешественников важные, липкая от этого, от упаковки, для путешественника важны вот такие вот штуки. Господи, такие комфортные подушки для путешествия. Вот так вот. Блядь, как я рада. Как я рада. Подушка для путешествий. Короче, с памятью. Memory foam написано. Размер 30x30. Велюр. Цвет асфальт. Внутренний блок. Вязко эластичный. Пена полиуретан. Вот. Слушайте. Во всех моих путешествиях Василек будет со мной рядом. А сделан в виде подковы на счастье. Так, срочно. Срочно, срочно, срочно. Обалденная. Это просто подушка для путешествий. Вот в таком мешке. Обалденно. Слушай, Василек, спасибо, дорогой. Мой любимый Василек. Тапки пришли, ну слава богу. Так, футболка, тапки теплые домашние, Лиана, сухая роза, футболка мужская, женская водолазка. Футболки мужские папе заказала. Халат женский, халат женский, халат женский, футболка женская белая. Белая футболка мне нужна, у меня нету. Футболка мужская, опять, что, три футболки папе заказала. Подушка, вот эта вот подушка стоит 912 рублей. Memory foam для путешествий. И в шве стандарт 30x30 цвет морг и асфальт. 912 рублей. Очень дорогая, но она охуительная. А вы пойдите такую попробуйте купить. Так, комплект постельного белья Lime, Time Satin, 3449, майка мужская белая, о боже, я так, оказывается, отца люблю, женская футболка, сарафан длинный с корсетом на резинке, радуга 51, комплект постельного белья Polytech, Satin Bounty, платье меланж сиреневый, платье хаки, брюки Ш5 черный. Так. Вот, накладная. Так, продолжаем. Так. Ого. Так. Так, 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 так. Так, так.
так, 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 так. Ой, это что такое? Это что-то одинаковое, что ли? Ой, блядь, там что, две штуки одинаково положили? Ничего было. Сарафан длинный с корсетом на резинке. Я заказала две штуки? Я заказала две штуки? Я что, ёбнутая? Я реально, я видать... Ну и ладно, будет два. А он по-любому охуительный. Может, кому подарю. А может, кому-то подарю из-под своих подписчиц. Посмотрю в комментарии. А вот, наверное, Майка. Наверное, папе. Вот они, мои зайки. Вот они, мои тапочки. Вот они. Ну, слава богу. Как я уже заманалась ходить босиком. Вот. Вот они, тапочки. Обалденно. Я просто, я над собой диву даюсь. Как я могла заказать два сарафана? А они куда смотрят? Ну, скажут, она берет два. Пожалуйста, давай два отправим. Может, блядь, ей надо. Комплект постельного белья. Вот посмотрите, какой горох, как это красиво. Я увидела его на сайте, я просто обалдела. Я влюбилась в этот комплект постельного белья. Я никогда не была. Это знаете, как у меня трусы в горошек. Все ребята пристают. Покажи, да покажи. Ну, а ты большой дурак, что не приставаешь? У меня трусы в горошек. Разве ты не знаешь? Кто знает меня, тот знает, что я в трусах не хожу. Так, и вот это вот комплект постельного белья. Ой. Ну, это, конечно же, посмотрите, это однотонная роскошь. Это потрясающе просто. Это обалденно. Преобразите ваш интерьер, внесите в ваш дом атмосферу домашнего уюта, тепла и любви, насладитесь полноценным отдыхом и обретите душевное спокойствие. Ну, как можно с таким комплектом постельного белья не обрести душевное спокойствие? Это вообще-то огонь просто. Так, наволочки 70 на 70, две штуки, с французским кантом 50 на 70, две штуки, простыня 220 на 240, пододеяльник 200 на 220, так, на молнии, ткань сатин, комфорт, соло, 100% хлопок, производитель город Иваново, производитель любимый Василек. Так, подождите, все. Все. Так. Смотрим сначала то, что мне не принадлежит. Это я папе. У меня у папы день рождения. 26 февраля было. Я толком-то еще даже не ходила к нему. Ну, она же ему мала, Судакову. Или это я себе заказала? Черт напис, мужская? Майка. А может быть, и не мала. Слушай, она поди мне, так я и себе заказала или что? Нет, сделано в России размер 60. Представляете, это размер 60. Но это разве размер 60? Она только на меня. Так, ладно, короче, разберусь с этой майкой. Смотрим дальше. Сейчас распаковываем, все смотрим. И... А потом будем мерить. О, бля, какой цвет у платья. Ого! Ого! Так, горловина. Платье не длинненькое. С рукавом. Вот с таким вот рукавом. Это, наверное, цвет хаки. Да? Красивое. Красивая, очень даже. Воротничок. Так. Следующее. Ага, вот такой вот халат. Слушай, я обалдела, что я заказала два сарафана. А кто носит такой размер, как у меня? Кому можно благословить? Такое красивое, такое яркое. Да черта с два я кому что отдам. Так, подожди. Так, вот такой вот трикотажненький, хорошенький, посмотри. Ах, вы посмотрите, это так, это грудка,
под грудкой вот такая вот резинка. Резинка. Так, подожди, сюда я прицеплю. Блин, так, слушайте, и какая разница, какой размер? Какая разница, какой размер? Он реально... Блин. Вот, ну он красивый сарафан. Посмотрите, так он небольшой. Он под грудкой. Блин. Короче, мне кажется, сарафан офигенный. У меня тем более две штуки таких. Кому подарить можно? Еще видите, какой длинненький. И хлопчатобумажненький такой. Так, кого не смущает расцветка? Но если честно, я бы хотела отправить Индре первой. Мне кажется, она сама по себе такая яркая женщина. Ей вот летняя расцветка вот такая вот. Тем более она любит отдыхать. Она поедет с мужем на море. Ну-ка вот. Я сейчас зафотаю ей сарафанчик, отправлю. Скажу, Иринка, я тебе отправлю завтра на работе. Я просто уверена, что он ей подойдет. Он очень сядет хорошо на ее фигуру. Тем более у меня два. Отправлю-ка я в Красноярск его. Так, это что? А, это футболка, да? Это футболка. Ну, вот это пап... Блин. Ну, она подойдет, наверное, да, отцу? Папа же у меня не худыш. Ну, и в кого мне быть худышом-то, да? Так, это она короткая или что? Или нормальная? Так, ладно, это Судакова. ХБшечка такая хорошая. Я вот люблю такое. Так, это что? Ага, брючки. Я же схуднула. Те брюки-то на мне висят. Вот, меньше заказала. Меньше заказала, чтобы было все влитое по фигурке. Я вот эти вот брюки, я просто их обожаю, потому что они мало того, что очень хорошо сидят, прям в облипочку. Во-вторых, чтобы не были, как сказать, эффект треников, стрелка такая прошита. По длине, по всей длине бручины. Вот, вот такие брюки. Так. Короче, вы там... Сейчас Иринка, наверное, скажет, упадет в обморок, скажет, мне не надо такой сарафан. Нет, она так не скажет. Она так не скажет, я ей отправлю этот сарафан. Так. О, вот это, блядь, секси-шмекси. Вот это вот... Смотрите, это халат. Это халат. Это халат, домашний, красивый халат. Прям такой барский. Прям даже такой какой-то вот... Посмотрите, как отделано. Вы посмотрите, какое качество. Да это, кстати, мне платье тоже Василек направил. Вы посмотрите, какой красивый халат. А как кармашек отделан. Ну, блин, ну умеет Василек делать, умеет. Ну, это вот... Это потрясающее качество. Посмотрите, как отделана вот эта вот штука. Ну, это роскошные вещи. Это роскошные вещи вообще для комфортной жизни. Обалденно. Слушайте, я довольна. Я довольна. Так, сейчас я все открываю. Это что, я две заказала одинаковые футбол? Я ничего не понимаю. Я что, блядь, вообще куку, что ли? Подожди. Что-то еще есть по две? Халат женский. Халат женский, две штуки. Сарафан с длинным корсетом, две штуки. Халат женский, две штуки. Я что-то еще заказала, две штуки. Реально? Одного размера, одной... Как, блядь? Слушайте, я такого еще не видела. Я заказала три позиции одинаковые. Три. Я ничего не понимаю. Так, смотрите. Блядь, я не могу. Это что такое? Халат женский, К 673. Один, 651 рубль. К женский, 673. Два, 651 рубль. Я заказала три одинаковых. Я, блядь, в ахуе. Просто упаду в обморок. Так я же на работе, я же на трезвую голову это все делаю. Так.
Вот эти вот халаты, которые я только что распаковала. Вот эти халаты я заказала, блядь, три. Нет, ну они охуительные, я все понимаю. Блин, ну кому-то очень повезло. Кому-то вот реально очень повезло. Так. Мне нужно учинить розыгрыш на моем канале. О! Точно! Реально, мне нужно учинить розыгрыш. Ой, цвет мяты. Она такая вот лапша, она такая вся упругая. Ой, какой освежающий, какой летний цвет, какой красивый. Я ее увидела, вот этот цвет, я просто влюбилась. Я реально, я просто влюбилась. Обалденно просто. Ой, какой цвет красивый. Слушай, я не могу прийти в себя. Реально, я заказала три халата. Слушайте, ну Василь... А Василек-то тут при чем? Он скажет, блядь, это Чиканенова, чего от него ждать уже? Ну, блин. Я всегда ошибаюсь себе в плюс. Вот она, белая майка. Вот она, белая майка. С черными брюками. Как красиво буду. Как свежо. Летом. Маечка такая красивая. Так, а это тоже папе. Это серая футболка. Серая мужская футболка. Обычная. Сарафан. Инна, ты такая вообще ку-ку. Инна, Инна. Чего ты творишь? Я вообще в шоке просто. Ой, какая красивая. Ха-ха. Посмотри, да, аппликация какая. Красиво же? Красиво! Так что спрашиваю? Я сама вижу, что красиво. Я сама все вижу. Так, мне нужно это дело-то. Ой, блядь, какой красивый. Ха-ха! Не пойти ли ко мне завтра в нем на работу? Господи, как сексуально. Вроде бы вся такая закрытая. Но как это красиво, как это смотрится красиво, сексуально. О, посмотрите качество кружева, какое хорошее. Это как... Посмотрите, какое красивое. Кармашки вот так вот отделаны. Так, ладно. Я все еще прийти в себя не могу. От своих проделок. Блять. Ну, Инна. Так, срочно. Мне нужно сарафан. Это по-любому Индре первое отправлю. Ну, потому что он ей пойдет очень хорошо, потому что она ярко, красивая. И сарафан будет такой же. Он такой в меру длинный такой. Ну, охуительно будет. Так. Халатик. Очень домашний, очень уютный. Офигенно, да ведь? Ну-ка, перкаль, да? Сейчас мы посмотрим комплект постельного белья. Сейчас. Ой, ну Инна. Ты все распаковала. Ничего ты открыть нормально не можешь. Все, хватит, драть. Еще приклеилась эта штучка. Блин, ну это красиво. Тут еще мелкий кружочек. Смотрите. Большой кружочек, так, маленький, так. А что, это простыня или что? Так, к чертовой матери. Снимайся давай.
Давай, вывались тут все на пакетах. Так, короче, наволочка. Получается, наволочки и простынь вот такого цвета, в кружок, в маленький. А вот это пододеяльник. Блин, как красиво. Ну, посмотрите, как красиво. Считай, наволочка такая. А вот это вот такое. А посмотрите, какой гладкий, какой материал. Сейчас вам скажу, комплект сколько стоит. Сейчас. Так, это как? Это, баунти. Баунти. Это тут баунти, что ли? Сарафан длинный с корсетом. Комплект постельного белья Меркуцу. Или подождите, или что-то они не то выслали. КПБ. Платье, брюки, платье, меланж сиреневый. Так, платье, меланж сиреневый. Вот это вот с кружевом 750 стоит. Платье первое хаки 857. Женская футболка, майка мужская белая. Меркуцо. Так. Короче, я вот сейчас не могу понять. Ну вот. Так, вот это вот по-любому 3449 стоит. Все понятно. Ничего не понятно. Подожди. Тапки белые, халат, футболка, подушка мужская, подушка. Комплект сатинового с КПБ Lime Time Satin Comfort Solo Меркуцо Lime. Модель Lime. Вот это вот 3449 стоит. А получается, вот этот называется Bounty, что ли? Да, вот это так называется. Тут еще есть у меня комплект постельного белья Баунти. Он стоит 1000. Сатин. 1675. Баунти. Да? Я не против. Я не против, какая разница, как он называется. Главное, что он охуенный. Подожди. Может, тут что пишут? Киркаль. Подожди. Комплект постельного белья. Так, смотрите, тут написано Киркаль, а тут написано Сатин. Сатин. Это что, получается, перепутали? Да ну и охуеть перепутали. Мне какая разница? Перепутали, не перепутали. Ну, такое я выбирала. Такое я реально выбирала. Я помню, я... Короче, какая разница? Перепутали, не перепутали. Все равно в мою сторону. Вот. Тарам-парам-парам-парам. Вот такой вот комплект постельного белья. Так, мои дорогие, все, пошла переодеваться. Пошла переодеваться из продолжения. Смотрите, первый сарафан. Посмотри, как он красиво сидит. Офигенно, да? Грудка так все подчеркнута. Короче, сзади вот так вот. Спинка голая. Смотрите. А длина длинная. Так он еще такой хбшечка. Ну, допустим, Иринка меня худее. Ну, то естественно. Меня худее быть очень, очень легко. Так он, посмотрите. Но он будет ей не в облипочку, никак на мне. Ну, красивый. Ну, красивый же, ну, очень красивый. Вот у меня, короче, еще такой один сарафан. Короче, если Иринке он большой, какой размер-то? Пятьдесят второй. Чё большой-то? Посмотри, какой красивый. Вот. Ой-ой-ой-ой. Так, чё-то я бегаю по боссу, по этому, по голому полу. Сейчас я тапки надену. Тапки надену. Сейчас вот эти вот. Вот этих заяц. Надену тапочки. Так. Надену тапочки. Буду летать в них. Так.
Прекрасно. Размер 35-38. У меня маленькие ножки же. Так. Так. Такие тапки вроде бы по 220. Но они очень хороши. У меня вот такие были белые. Я тоже там на Васильке брала. Они были белые. Я, понимаете, я их сама сгубила. Я их положила в стиральную машинку стирать. Не с тем, чем нужно. Вот такие вот топотуши. Сейчас. Ой. Старая стала. Так. Ну чё? Вот. Заебись. Тапочки угодили. Так. Фу. Аж даже камера на бок дохвасталась. Сарафан огонь, да? Так, ну-ка дайте-ка попробую. Дайте-ка вот этот халатик померю. Которых у меня 3 штуки. Бля, ну это вообще пиздец, конечно. 3 штуки. Так. Тык. Так, подожди. Этот шнурочек продевать нужно вот сюда. Да-да, вот тут специальная дырка, специальная есть для него. Так. Ну чё, Инна, блин? Так. Ха, да он безразмерный, какая разница, какой размер? Вы посмотрите. Вот. Ну вот, допустим, я его меряю на платье. А выглядит так, кармашки. Выглядит, посмотри, как красиво. Ну-ка, подождите, сейчас я все на голое тело надену. Короче, смотрите. Вот такой вот сарафан. Сейчас. Так. К чертовой матери этот ценник. Длина вот такая. То есть приличный. Не под клитерок. Сейчас. Секунду. Продемонстрирую. Вот такая вот длина. С кармашками. Карманы, как красиво отделанные. Точно такая же тесьма здесь, здесь. И самое-то, что интересно, раз он идет вот так вот туда и вот так вот. Видите, как он мотается так? Так, потом вот так вот. И можно даже девушке, которая худее меня. А учитывая то, что у меня 3, мне нужно как-то вот это дело-то направлять. Ой, как красиво. Ой, как это, мне бы еще такую шапку казахскую. Да, такие шапки, да, знаешь, такие у казахов-то бывают. Щу. Очень подходит. Ну, реально очень подходит. Я не могу настроить освещение. Вот так, ну-ка, подожди. О, а что я так раньше не сделала? Вот такой вот халат. Вот такой. Щик. Так, следующее, что примерим. Ну уж ладно, футболки мужские мерить не буду. Совсем, что ли, окупу? Так, ну-ка дай-ка померим сейчас вот это вот цвета хаки платье. Сейчас, ждите. Че, идут секунды? Короче, принарядилась, в общем, вот в это вот платье. Вот такой вот. Еще поясок тут полагался. Ну-ка, давай. Кружево. Не кружево, посмотрите, да, какой рукав. Фонарик. Тут в облипочку, тут фонарик. Ну-ка. Можно так сделать. Но я так делать не буду. Пускай такие будут. Так. Потом. А, люблю с карманами. Вот. Короче, можно вот так вот стоять. Вот так вот. Я так всегда стою. Очень люблю вещи с карманами.
Вот такой вот. Так, смотрите, длина. Длина вот такая. Длина до колен. Длина до колен. Ничего не видно, да? Ничего не видно. Это надо же. Это надо же, как поставить освещение, чтобы было хоть что-то видно. Короче, вот такое платье. Но я, наверное, с пояском не буду носить. Я буду так носить. Так. Сейчас. Сейчас. Та-да-та-да. Вот такое платье. Ой, не очень-то, да, такой живот-то у меня. Жиробасина. Ну-ка, может, так получше будет. Да, конечно, лучше. Короче, да я не знаю, как ты себя снимаю снизу, а на самом деле это очень красиво. Вот так вот. Так вот. Так, вот такое платье. Тут какой воротничок. Ну, красивое. Ну, ничего не скажешь. Но красивое. Так. Короче, вот такое платье. Так, следующее что примерим? А, давайте-ка я померяю следующее. А, брюки. Короче, брюки плюс черная футболка. Ой, это мужская. Брюки плюс черная футболка, вот такая вот. А потом плюс белая футболка. Вот такая. Так, следующее. Короче, ну, черные брюки здесь как показать? Черные брюки, они просто в облипочку, просто в облипочку, просто жопа в облипочку. Это обычная. Футболка смотрится вот так вот. Футболка тоже в облипочку. Видите, какая? Вот футболка тоже в облипочку. По спинке хорошо. Коротенькая. Вот до сюда вот. Коротенькая. Ну, короче, красивая. Вот то, о чем я говорила. Видите? Стрелочка. Так. Футболка подходящая. Вот такая. Сейчас надену белую футболку. Ждите. Белая футболка. Смотрите, как смотрится. Прям по-летнему классно, да? По-летнему прям. Вот уже все, весна пришла. Хочется чего-то такого яркого, нежного, красивого. Вот. Вот, пожалуйста. Вот, белая футболочка. Обалдеть просто. Очень красивая. Какая. Так, и интересно, почем она? На рублей 200, наверное, не больше. Ну, 300, может. Ну, там все недорогое. Такие цены. Такие привлекательные цены на сайте Василек. Да что там говорить, платье там по 1000 рублей, до 1000. Какие платья. Вот такая, короче, футболка. Сейчас надену мятную водолазку. К чертовой матери. Короче, сейчас вот это вот примерю. Вот. Где вы даете такой цвет водолазки? Нигде. Она такая тугая. Короче, знаете, такая вот сама по себе ткань тугая. Знаете, так вот утянулась. Вот, короче, такая водолазка. Ну, красивая. Цвет очень красивый. Мятный такой. И очень, конечно же, приятная к телу. Я люблю водолазки. Очень. Это комфортная такая одежда для любого межсезонья. Это и для пиджака водолазка, и просто так. И в клуб можно в ней пойти, можно какую-нибудь брошь повесить. Водолазка, это на все времена, это классика. Посмотрите. Там цветов у мотации красные, синие, черные. Вот такой даже цвет есть.
Тут, конечно, красивый. Такой необычный, весенний. Кстати, я смотрю, сейчас камера вообще четко передает цвет. Слушай, вот водолазка, я угодили, угодили мне. Так, следующее платье, вот это вот сиреневое померяю. Вот это платье сейчас надену. Короче, по старой схеме. Этикетку отдираю. И показываю длину, и показываю кружево. Смотрите. Это не карманы, это такие наебуши. Вот такое платье. Цвет красивый. Цвет красивый очень. Приятная на ощупь. С распущенными волосами хорошо. И с распущенными хорошо. И с хвостиком хорошо. Просто модель для меня. Вот. Кружево хорошо смотрится. А если еще капроновые колготки, ну, конечно же, черные. А знаете, да, о том, что капроновые колготки черные по этикету носят только после 5 вечера. Днем в деловом этикете положено носить только телесный цвет. А черный капрон – это считается вечерний выход. И допустимо только после 5 вечера. Короче, я типа на каблуках такая, тетя Мотя. Та-дам-та-дам. Я, короче, просто на цыпочках. Вот такое платье. Так, что у меня еще остался? Халатик. Ха, у меня 3 одинаковых. Ё-моё. Ё-моё. Вот один. Ну, короче, один-то, конечно же, мне. Вот два вот таких. Один вот такой вот. Нет, не лишний. Лишние хорошие вещи не бывают, тем более новые. Ха. Короче, я подумаю насчет розыгрыша. Подумаю, подумаю, как это лучше провести. И, может быть, какой-то своей подписчице нормальной вышлю. А может быть, у меня уже в розыгрыше победили. Короче, мне нужно определиться с размерами, со своими девками. Я же их, считай, не видела никого. Так, сегодня я вступлю в переписку. Сейчас примерю. Халат. Ну, то, что он натуральный, красивый цвет. Зачем это говорить, если это и так все ясно? Смотрите. Вот такой вот халат. Здесь такой, на ляхах такой разрез. Подожди, может быть, он не сходится на мне? Нет. Он, наверное, такой и есть. Короче, вот такой вот халат. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Та-дам-та-дам-та-дам. Та-дам-та-дам. Та-дам-та-дам-та-дам. Такой вот халат. Красивый, да? Так. Сергею Анатольевичу свезло. Я не знаю, конечно, майка, футболка. Еще одна футболка. У меня папа носит только однотонные вещи. Однотонные. Никакие вот ляпистые. Вот такое вот цвета ЛГБТ он не оденет никогда, потому что он не относится к ЛГБТ. Что, женская? Чуть не понимаю. Нет, это мужская. Это мужская. Он будет частично на работу ходить в них. Темные вещи, это всегда хорошо. Темные вещи, это хорошо. Тем более для мужчины. Так. Так. Дайте-ка я подведу итог. Ниточка. Женишок какой-то пристал. Такой прям девчачий, такой красивый цвет. Расцветка. Слушайте. А кто видел вот вообще такое постельное белье? Ну кто? Я никогда. В кружочек такого вообще не бывало. А тут посмотри, какое. И то. А то какое.
Пойду-ка я его открою. Пойду-ка я его открою. Это тут мне все добро. Это вот я тут все мерила. А подушка? А подушка? Сейчас. Сейчас, сейчас. Кто умеет пользоваться подушками? Ее не за спину кладут. Ее вот так вот кладут, чтобы шея не падала, когда спишь. Блять, как классно. Какая она комфортная. Мне все так было завидно. Они стоят, блин, на регистрацию в таких подушках. Вот. Запоминающиеся там эти... Вот. Смотри, для комфортного. Вот. А чехол снял и состернул. Ничего себе. Ну и что? Это, конечно же, она стоит тех денег. Это естественно. Такой материал нежный. Вот я своими поклями уже тут все нарушила. Своими ногтями, блин. Давай, Инна, сломай, блядь. Молнию. Ты же умеешь это делать. На новых вещах. В Турцию полечу. Да с такой подушкой хоть в Таиланд лети. 9 часов перелету. Класс. Так. Сейчас не страшно лететь на длинные расстояния, потому что есть такая подушка. Как это распаковывается-то? Как это? Надо ж такому случиться. Надо ж, так было влюбиться. Я влюблена в Василек. Прям все песни про нас. Так. Это что я? Подождите. Это не нужно. Мне нужно простыню открыть. Это что? Это пододеяльник. Это пододеяльник. Тут просто я хочу простыню. Я хочу. Это значит в другом пакетике. Я хочу простыню. И я хочу наволочку. Тем более там наволочки разные. Не на жизнь, а на смерть. Я упакована. Или там была я. Вот посмотрите, да, как упаковано. А, нет, это пододеяльник. Это пододеяльник на молнии. Инна, ты так сможешь запаковать или нет? А цвет, посмотрите, какой красивый. Цвет-то офигенский. Так. Цвет какой красивый, какой достойный, какой вот... Так, сейчас, подождите. Сейчас. Ага, вот они. Так, вот она, 50 на 70 наволочка с французским кантом. Вот видите, вот эта строчка и вот этот вот кант. У меня есть такого плана постельное белье, у меня сейчас в обиходе. А точно такое же. Точно такое же, только цвет желтенький. Я вам хочу сказать, что это очень удобно. Очень комфортное в использовании. Сейчас, подождите, я вам покажу. Так, вот это тоже Василек у меня. Сейчас, вот. Вот о чем я говорю. Вот этот комплект постельного белья. Сейчас покажу. Но он у меня еще, знаете, вот этот вообще. Вот этот у меня очень, он прям шикарный. Блин, подождите, не видно. Вот о чем я говорю. Вот эти вот наволочки. В комплекте тоже 4 наволочки, 2 70 на 70, 2 50 на 70. Так, сейчас я покажу, как пододеяльник. Так, сейчас, секунду. Вот. Видите, вот этот рисунок, как будто бы набивной. Не знаю, блин, освещение. Подожди, я встану вот так вот. Как... Блин, я не могу понять, видно или нет. Вот это вот, как... Короче, такой набивной цвет. Не видно. Ну-ка, подожди, вот так вот стану. Это все равно не видно. Не видно. Как бы сделать так, чтобы было видно, что...
На пододеяльнике какая фигня. Вот. Ах. Пахнет мылом, да, там у меня, короче, все проложено. Вот таким постельным бельем я пользуюсь, я знаю о том, что оно классное. Но вот это вот у меня, если честно, оно подороже, чем вот это вот. Это не 3-400, это почти пятак стоит. Ну, оно охуенное просто. Оно просто охуенное. А вот этот какой цвет. Ну, постель, она и должна быть вот таких вот постельных тонов. Ну, так это роскошь. Это вот, это статус определенный. В семейную спальню, когда люди уже чего-то достигли, хочется чего-то спокойного, умиротворенного. Не хочется спать, знаете, вот на тигре на каком-нибудь. А вот это вот такой семейный комплект. Для людей с достатком. Очень красивый. Короче, любимый Василек, признаюсь тебе в любви. Хоть день Святого Валентина уже прошел, а я по-прежнему в тебя влюблена. И буду влюбляться снова и снова. Милый Василек, ты опять угодил. Вот прям вот, хоть и на 8 марта, но вот умеют делать женщинам приятно. А когда женщина счастлива, счастливы все вокруг, даже тараканы. Короче, любимый Василек, ссылка на сайт в описании к видео. И ссылка на социальные сети Василька тоже в описании к видео. Берите, вы не пожалеете.